Какие замечания комиссии было выделено? То есть, ну, общее как бы замечание, это то, что все-таки я считаю, и комиссия меня поддержит, что сквер в принципе не готов к сдаче, с учетом того, что здесь и мусор, да, как бы остатки от деятельности наших жителей, это нескошенные газоны, так скажем. Присутствует щебень на газонах, который нужно убрать. То есть в части моста бортовой камень неровно выставлен. То есть сухая многолетняя трава, провалы в брусчатке, налет на брусчатке, который, ну, думаю, что можно попробовать его убрать. То есть на бортовом камне присутствие следов заливки, то есть которые необходимо зачистить. То есть, ну, в общем, мусор. Ну и озеленение, то есть скосить траву. Грунт устранения понедельник. Да не успею, да не до понедельника. Я его спрашиваю. Да, скажите срок. Нам надо понедельник, потому что если мы не сдадим до 15 числа этот объект, то он идет по финансированию на октябрь месяц. У нас, то есть... Вам? Понятно. Да. Так а как принято тогда, если у вас нет... Вы его не принимаем. Мы спрашиваем срок устранения.